вами я. И угадайте, во что мы сегодня играем. Конечно, эта игра довольно-таки популярная. Я бы не сказал, что она не популярная. Должны половина знать ее. Ну, а если кто не знает, эта игра, я уже сам забыл, как называется. Но вообще, это Free Strike. Ну, типа, free бесплатно, а это Strike, это стрелялка. Ну, вы поняли. Сегодня мы будем играть в нее. Смотрите, у меня ранг первый, прилад тоже первый. Кейсы, кстати, ну-ка посмотрим, что здесь. Ну, давайте вот такое вот вскроем. У меня 1000 есть. Продолжить. А, и типа... Понятно! Я дебил. Я... Ну ладно. Поспокойно. Снаряжение у нас здесь ФАМАС. На ФАМАС есть. Тут Редилин. Выбор. Не, в принципе, прикольно, что. Тут у меня... Я, короче, понял. Здесь мне нужно... Ага. Вот ножи мне нравятся. Прикольно. Нам что? Латама. Ну, короче... Понятно все здесь. Ну, давайте играть. Спринт. Ага, зона прицеливания. Присесть. Лечение. Прицел. А это зона... Ну ладно. А, задержка. По нажатию. Мне больше, конечно, нравится стрельба по нажатию, но если что, мы выберем... как бы... И не по нажатию. Сейчас, наверное, все такие... Да ты чё, дурак, стой, блин! Угу. Блин, управление для меня непривычное. Когда мы бегаем, мы не можем стрелять. А, типа мне еще ждать нужно. Кто-то присоединился. Я его видел вон там. Неплохо. Игра хорошая, я считаю. Так, бежим. Только я плохо играю. Иди сюда. Иди сюда. Есть. Его убил какой-то там АЕЗ. Опа. Ух, ё. Удобно, очень удобно. Я играл в... Во всякие другие игры тоже стрелялки. И они не были такие удобные. Вот прям это мне нравится. Пошли. Что они тут забыли? Карты. Карты, я вам скажу. Тесноватые карты. Тесноватые. Есть минус один. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Поджимает, поджимает меня здесь. Поджимает. А!
Рикошет. Не смог-то. Отошел. Очень мягкое управление, мне это нравится. Очень мягкое. Блин, у меня мало хп было. Графика, я вам скажу, очень хорошая, очень. Потому что сейчас многие 3D-шутеры, график ужасный. С управлением отвратительным. А эта игра мне прям нравится вообще. Настолько удобная. Вначале даются бесплатные гранаты. Блин, я только забыл как... А. А, все, патроны там у меня кончились. Ясно. Красиво. Стреляем в голову. Вы сами должны знать почему. Облом. Так, хорошо, хорошо. Я только не понимаю, кто выиграет. Тут не особо понятно. Если бы еще объяснили немного побольше. А так я тут половину не понимаю. Ух, ёп, ух, ёп, ой, ой. Минус граната. Ю-ху! Мне тут нравится прицеливание автоматическое. Прям в голову. Я стараюсь всегда в голову стрелять. Минус граната. Ю-ху! Кстати, пистолетом мне почему-то больше нравится. Я не знаю почему, но пистолетом лучше. Мы победили. Ю-ху! А, типа вот этот еще наверху был. Понял. Понял. Игра нравится. Хорошая. Очень хорошая. Удобная. Я считаю, пока минусов нет, если только что очень тесно. Нет, мы не будем, потому что... О, уже второй уровень. Продолжить. Продолжить. У нас есть теперь петух. Петух. А, я его просто открыл, его еще и купить надо. Вот винтовочки мне не особо, они очень долго перезаряжаются. Вот мамкам, я не знаю. Вот это вот хорошая штука. Или вот это. Нет, вот это вот мамка. Ладно. Гранаты у нас остаются. Понятно по гранатам. Игра хорошая. Не знаю, давайте еще одну катку. Фри. Нажал, я думал, типа... Ладно, потом. Имя сменить. Как назовемся? Давайте так же, как и мой канал. Так. Так. Вот это мне нравится. Из обычных. Круто.
Круто, круто, круто. Прикольно. Ну, давайте две катки. Ух ты, ух ты, ох, мясо. Ты смотри, какая лепота выпала. Давайте вторую катку. И, наверное, не знаю, наверное, после видео закончится. Прикольная карта, прикольная. Уже, походу, не такая тесная. Ждем набор игроков. Вкормим себе вот эту штучку. Нюхай бебру. Опа-на. Дрёпнулся я. Я так понимаю, я за этих. А шо? У них очень сильное оружие, кстати. А, не, это скилл. Походу, тут есть такое неравенство. А, как его называют? То есть, против нуба может попасться профессионал, а может попасться нуб. Поэтому тут такой вот... Вколем себе штуку. И пошли. А, так. Опа-па-па-па-па-па. Есть, красавчик. Есть, есть, есть. Блин. Опасно. Опасно, опасно. Дымовуха. О, калашик. Берем. Калашик штука хорошая. Есть. Колем. Па-п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 а. Пока что мы выигрываем, можете посмотреть наверху. Блин, 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 иди сюда, иди. Опа-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 па. А-а-а, опасно, опасно. Падаем. Блин. Блин. Штука опасная. Тут есть небольшое неравенство, но пока что мы выигрываем. Паритон то, что типа наша команда хуже. Это, конечно, похвалять считается. Спасибо. Палить не будем, у меня 100 хп. Есть, минус один. Блин, пистолет. Опа-на, 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 опа-на. Так. Кстати, я вроде играю впервые, а я довольно хорошо, и я этим горжусь. Да. Ну, вроде 44 хп. Просто он когда краснеет. Блин!
Надо было вколоть. Зря. Не сделал процедурку. Пошел. Пошел. Спас братанщика. Есть! Вторая победа! Ю-ху! Мне игра очень сильно нравится. Так, что тут у нас в снаряжении? М61. А, то есть они... Они не бесплатные. Выбрать. Затем я попробую... Выберем пока эту. Не хочу такие легендарочки тратить. Типа увлечение. Угу. А, да. Ну тогда давайте третью каточку еще. Мне просто очень сильно нравится, а вне видео играть, ну, не особо хочется. Пошлите. Очень удобное управление. Но мне цирк, кстати, нравился. Вот прошлая карта. Она, по-моему, лучше была. Неплохое начало. Особенно если у голову убивать.